Так. Ну чё, вроде продолжаем. Ну, посмотрим, что-то я тут напортачил, ладно. Что-то лагает, что-то напортачил я. А почему ты не можешь сейчас его убрать реально? Эх. Какого охранника-то не пойму. Двум часовым это вот эти что ли? Ну что, провалил что ли? А каких двое наверху, наверное, вот этих был, да? Ясно. Ах, завис. А чё, не забагались? Да, походу. Привычки перезаряжаюсь даже немного. Справились. Легко. Двоих сразу. Почему нельзя его сразу замочить? Бабах! Я не слышал, что надо делать, Осе.
Да, накрыл, блин. А чё, наши выжили? Ой, да ладно. Прикрою вас, чуваки, давай, башку им сноси. Пусть машины взрываются. Ой, ништяк. Да кто там подсвечивается? Где этот АИД? Кого мочить надо? А, он где-то уехал, да, типа? Так. А как мне туда... подобраться-то? Или куда мне надо-то, я не пойму. Мне стрелочки туда куда-то показывают. Залагал. Ух ты, там у нифига там взрыв. Это что, оса столько взорвалась? Митчелл, вниз по лестнице, в переулок. Надо отрезать Аиду путь. А, стоп, это же та пушка, которая стреляет очередями, значит, нам нужно либо... Ух ты, чуть такой интересный. Да ёп, прыгай ты уже. А. Сюда. Два пистолета, что ли? Пошли, мы пройдем переулком и отрежем ему путь. Так. Так, 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 что за лаги? Подождите-ка. Походу, что-то забыл вырубить кое-что. Блин, точно. Ладно. Дороги! Идите внутрь и не высовывайтесь! Доиграем, перезайдем, может. Гражданский. Гражданские. 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 Где они? О, он еще живой. Да ладно. Да ладно. Офигеть. Что это было? КВА идет. Чё зачищать-то, ёб твою? Тут что ли? Бойцы КВА! Альфа, еле пробились. Как у вас дела? КВА прёт изо всех щелей. Прорывайтесь вперед и постарайтесь отрезать Аида. Вас поняла. Отрежем мы ему что-нибудь там. Аида. Да вижу, вижу. 12 часов, блин. Ах. Полдень, говори. Головешком стреляй. Что на крыше? ПВА?
Вот из ПВА. Ладно. А, цветок. Так, куда гранату-то бросить? Что ж такой косой-то? Ну-ка еще раз. Нет, да, ну ладно. Да что ж ты будешь делать? Давай! Пошли туда, зайдем к ним. Ё-моё, граната. Просто в упор их будем. Что это было? Где, кто там? Гранатомёт. Так, это наша. Митчелл, открывай дверь! К бойцам КВА идет подкрепление! Опять? Да сколько же их? Мы тут как... А, я тут как Рэмбо один. Отдуваюсь за всех. Правильно, выбрасываем. За мной. Нахрен. Всем! Конвой Аида движется на юг. У нас контакт на колокольне! Да! Колокольня, это где? Так. Черт! Снайпер нас засек! Кидаю дымовую! Блин, да откуда это? Пошли! Дым вечно висеть не будет! А где дым-то, ёб твою? И дым. Так, стоп. А, значит. Я прикрою. Достаточно косой снайпер. Никто к окнам не подходит! Черт, мы тут как на ладони. Хочешь пойти первым или будешь вести огонь на подавление? Не давай этому снайперу башку поднять! Куда я стреляю вообще? Туда ли я стреляю вообще? А, ну и да, я на подавление огонь же. Давай, давай, пожалуйста. Если мы будем на улице внизу, снайпер нас не достанет. Давай. Дроны КВА! В укрытие! Так. Да, надо перезапускать игру. Я, блин, то, что забыл вырубить там. Так, дроны. Ну, дронами мы сейчас, значит... значит, смарт, по-моему. Нет? А, не, не смарт, подожди. Смарт, контакт. Нет, подожди, нам вообще на Q нажать надо. Сенсор. Сенсор, свет и Эми. Эми, во. Ну, это вот так. Дроны сбиты! Пробивайся к снайперу! Сбывай все время, бывает, чё. А, так. Ух ты, ё. Идите. Ладно. Я вообще-то... Вон он палит, козел. В ресторан! Так, что за лаги? В смысле, я знаю, что за лаги. Откуда они? А, я забыл кое-что выключить. Пророк, посмотри, что с Торосом. В него попали. Вас понял, Браво. Требуется медик. Сзади Риверса. У него стингер. Дерьмо! Нам нужен этот стингер. Пошли! Там Риверс, на втором этаже! Нам нужен стингер! Я тебя прикрою! Ха-ха, ништяк! Дроны сбиты! Хватай стингер! Как, чё хватать? Какой стикер еще? Или стингер, чё там? Вот это что?
А, надо выше подниматься. И дальше? Чё брать-то, ёптвою? А, все, понял. Ложись. Митчелл, ты... второй этаж! Нам нужен стингер! Его. Чё? Это я снял. Гонит вас тут еще, блин. Браво движется в точку X. Сейчас как пальну. Помоги, Митчелл. А не проще перелезть? А, по мне проще перелезть. Браво, конвой Аида в двух милях. Вас поняла, идем на перехват. В двух милях, ну ладно. Туда! Там мы сможем устроить засаду. Вас поняла. Митчелл, ставь заряды. Вот это я люблю. Ой, да. Жди моего сигнала. Какую букву-то нажимать, блин? Давай! ПКМ. Офигеть. Браво, не расслабляться. Взять Аида любой ценой. Раненый. Сзади врага, впереди. Так, не, давай. Сенсор. О, да. Пробивайся вперед. Надо их подавить. Классная пушка, я вам скажу. Да-да-да, видел. Так. Чё, всё? Это всё. Давай ещё пополним. Ну всё, круто. Погнали теперь. Так, теперь куда-то нам надо, я чё-то не понял, куда... Следи за грузовиком Аида. Мы почти на месте. Ты. Почему они могут два раза так подпрыгнуть? О, самонаводящийся. Я же забыл. Офигенно. Где еще? Упс, извини. Задел мальца. Чисто. На улицах чисто. Пророк. Да, очень чисто, я смотрю, тут просто блестит все. Скорее, Митчелл, я прикрою. Прикрываю. Митчелл, привет, чувак. Я ж стрелял. Давай пушку бери. Бери. Ча. Хрен тебе, это протез. Блин, только бы он не испортился, да? А там вроде еще кто-то выходил, нет? Не знаю. Спасибо. Ладно. Не за что. Вытащим тебя отсюда. Эх. Подтверждаю. Аид убит. Повторяю. Аид убит.
Он знает. Айронс знает. Чё-то темнит, Айронс. Что знает Айронс? Эх. Три очка у нас есть, мы можем качнуть. Например, сейчас скажу, что. Вот, например, увеличение скорости прицела не интересует. Бег. Количество летальных гранат. Ну, давайте. Тактический гранат. Сопротивление, что такое. Снижает урон от взрывов. Значит, активирует обнаружение гранат. Что это такое значит, я не понимаю, честно. Ладно, давайте вот это качнем. И какую-то одну функцию еще. Одну способность. Увеличивает использование экзоспособности на 1. А это что? Обнаружение. Ну, давайте. Что-то надо качать. Давайте, знаете, что? Давайте начнем вот отсюда. Качаем. Я не знаю, для чего это надо, но. Точнее, я не вижу очень никакого-то эффекта от экзокостюма, тем более я им не всегда пользуюсь. Не всегда даже способна. Могу использовать. Видимо, может быть, я забываю. Ну, если мне не скажут, например, нажмите N, чтобы там дрона взять или замедлить время, я не помню, как это называется, то я не смогу по своей воле. Смерть Аида — это больше вопрос, чем ответ. Он был мертв, остальное неважно. Это было начало новой главы. Для всех. Так, стоп, не лагай, не лагай. Где наконец настигла Иосифа Чхеидзе, известного как Аид, лидера КВА, который организовал те страшные удары 4 года назад. Мы поговорили с Джонатаном Айронсом, основателем и директором Atlas International, частной военной компании, выследившей и уничтожившей Аида. Поздравляю, вы сделали то, что не удалось ни одному правительству. Спасибо, Венди, но наши герои — это люди Атласа, и я горжусь тем, чего они добились за эту неделю. Ходят слухи, что ООН предложит вам место в Совете Безопасности. Вы готовы пойти в политику? Ну, я люблю делать дело, так что нет. Взгляните, что мы сделали в Нью-Багдаде. 40 лет назад мы ушли из Ирака, поджав хвост, город остался в руинах. Сегодня можно увидеть, что бывает, когда жертвуешь бюрократией ради дела. Эти ваши 4 года были невероятны. После атак КВА Атлас стал крупнейшей корпорацией на свете. Теперь вы также руководите самой многочисленной армией в мире. Каковы планы Джонатана Айронса? Хитрожопый какой-то, да? Так, утопия, 1059 год. Chevrolet Drive, магнитные перчатки, кошка. Какая-то кошка, интересно, что это? Каково это, быть спасителем мира? Штаны не жмут? Гидеон, Митчелл, вы мне нужны немедленно. Илона, что там? Встречаемся с служебным помещением 6А. Никого с собой. Понял, выступаем. Выясним, что ей нужно. Да, но у нас игра сохранена, так что сейчас мы вернемся.